Любишь качественные мультиплеерные RPG? Чтобы бесплатно? Тогда добро пожаловать в Drakensang Online. Здесь ты сможешь создать своего уникального героя, выбивать эпичнейшие шмотки, сражаться вместе с друзьями и все это под отличную графику, которая, кстати, на уровне Diablo. В общем, игра очень крутая. Проходи легкую регистрацию и играй. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Wolf Shadowrun, или же как здесь написано, Wolf Blood Shadowrunners. И эта игрушка у нас жанра раннер, да, и довольно-таки неплохая, я уже поиграл, я уже попрокачивался. Сейчас я вам покажу, у меня есть вот, например, 4 волка, они у нас просто разных расцветок, в принципе, ни на что не влияют. Я возьму также себе, наверное, серого, пускай у меня будет серый волк, буду звать его Серый. И уже немножко я прокачался, здесь есть жизни, щит, автобег, но это спринт жесткий такой через многие объекты, и умножитель этих бонусов, соулов, и автоколлект. Это позволяет больше всего собирать. В общем-то, достаточно неплохой раннер, хотя я сначала подумал, что что это за фигня такая? Но нет, довольно-таки прикольно. Я вообще раннеры люблю, я уже не раз их снимал, но раннеров годных довольно мало, которые прям меня увлекают. А вот этот меня, наверное, удивил даже. Первый раз я посмотрел на него, думаю, ну что-то неинтересное. И в итоге сам залип на минут 30, как минимум, в эту игру. И надеюсь, что она вам тоже понравится. Если хотите, кстати, побольше раннеров вообще, чтобы я находил, то можете лайк поставить, если вам такой жанр игр нравится. Просто я не знаю, нравится вам или нет, я их не особо много снимал. Но вроде, когда снимал, более-менее позитивно реагировали. Так, ладно, здесь нам предстоит собирать вот эти вот все души и, конечно же, прокачиваться как можно дольше идти. Так, это у нас щит позволяет, по-моему, один удар принять на себя. Довольно полезная вещь. Также умеем проскальзывать под вещами, перепрыгивать и разбивать их. Ну, это, в общем-то, все в обучении покажет, поэтому, наверное, кнопки не стоит рассказывать, какие здесь. Вообще, такое ощущение, что, блин, плохо получилось. Вообще, такое ощущение, что, опять же... Почему-то вот эта игрушка как будто по какому-то фильму или сериалу опять сделана, или мульту, я не знаю. Почему у меня все время такие ощущения сегодня? Я не могу понять. Блин, да чё я кнопку-то не нажал? Фак. Да, не переживай, попробуй еще. Хорошо. Хорошо, я не буду плакать. Я попробую еще. Еще здесь забавно, что погода меняется. Можно при этом ясным днем, вечером, ночью бегать и так далее. Так, разнообразить немножко нашу пробежку. Хотя я очень далеко не доходил, возможно, там полная задница настанет. Я всего 800 пробегал, а это 800 это, ну, очень мало. Серьезно, это практически ничего. А, фак, пенек! Ау, забор, да ё-моё! Я даже про пенек не успел пошутить. Поэтому настало ваше время пошутить про пенек в комментариях. Так, отлично. Все, сейчас постараюсь пробежать как можно дальше, потому что это что-то какой-то трешачок пошел, я не могу пробежать нормально. Это весьма стрёмно, хотя денежки я, конечно, в любом случае подбираю, и это круто. Денежки нам пригодятся очень и очень. Так, разбиваю. Оп, оп. Эй, что это за засада? Как это... Как я через это должен был пройти? Или я мог перепрыгнуть все-таки? А, я думал, там можно будет пройти, в итоге втащился в нее. Ну и ладно, как-нибудь потом. Когда-нибудь я это смогу. Вау! Сейчас... Вау! Что с моим волком? Почему он как-то странно бежит? What the fuck? Что с ним? Его упороло, что ли? Так, о, отлично, бонус. Что с моим волком было не так? Жесть. Так, отлично. И можно купить себе что-нибудь. Давайте купим себе... Нет, это целый косарь стоит. Тогда купим себе щит, например. Давайте щит купим. Почему бы и нет? Щит вещь полезная. Щит всему голова. Так. Блин, как пошел, он забавно залагал. Мне это прикололо. Он прямо как будто скользил по всему. Как этот, знаете, кто... Как он... Соника смотрел, не помню, в котором... Который по телеку как-то шел. Там был этот Шэдоу, он тоже типа скользил, а у меня тут тоже волк так решил делать. Вот. Почему-то у меня такие ассоциации. А! Гребаная сена, что она такое непробиваемое? Я чуть-чуть пенек не укусил зубами. Так. Проскальзываю, прыгаю, бегу. Все, отлично.
Офигеть, конечно, этот волк умеет бегать. Он... Если бы я мог именно бегать вот так вот, только вперед, это было бы вообще жесть. Кстати, так, по-моему, даже быстрее двигается, если... либо мне кажется. Но это выглядит абсолютно по-наркоманскому. Черт! Пока выпендривался, в итоге камень зловил в лицо. О, ноу! Да ты должен был уже о, ноу сказать, когда увидел, что с твоим волком происходит. Он, кажется, чего-то принял. Так. Определенно какой-то допинг. Ну-ка, бам! Где мои ачивки? Я хочу ачивок. Так. Такая музыка, конечно, здесь играет. Но лучше бы она какая-нибудь, не знаю, нарастающая была, а не эта. Конечно, прикольно, что есть музыка, но... Вообще, я люблю в раннерах музыку такого рода, как чтобы она прям динамичная была. О, опять волка упорола! Ай, фак! Новое устройство. Так. Вот, теперь побольше собираем всяких бонусов, это отлично. Кстати, почему-то мне конкретно с вами не везет на бонусы. Обычно, когда я до этого играл, мне бонусы в каждом заходе нормально сыпались, а тут как-то вообще не хочет мне ничего выпадывать нормально. Это довольно грустно, знаете ли. Так, оп. Так, я успею проскочить? Ух, успел. Там вообще... О, что-то какая-то полная задница началась, очень много всяких препятствий. Так, оп, оп. Оп, оп, оп. Дерево, 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 fuck you. Ненавижу эти деревья. Кто их тут понарастил? Какого хрена я в лесу вообще бегаю? Что мне в этом лесу надо? Блин, это так жестко выглядит, будто моему волку что-то хочется. Когда я так делаю, у меня складывается ощущение, что он будто в толкан спешит куда-то, я не знаю. Блин, какого хрена я попытался протаранить, вместо того, чтобы перепрыгнуть. Что за у меня волк-неудачник? Может, мне поменять его? Давайте возьмем другого цвета. Пускай у меня будет, не знаю, пускай будет черный. Посмотрю, как он себя покажет. Давай. Странно, что игры, кстати, нету на этом. В App Store или Google Play. Если вы найдете, то можете ссылку оставить. Наверное, будет неплохо. Поможете другим, все дела. Потому что тут вроде как нету возможности скачать. А такие игры часто бывают на планшетах и телефонах и тому подобное. Почему сейчас отнесло его вправо? Что с ним не так? Походу у черного какие-то проблемы. Все потому что он... Да. Все беда именно в этом, наверное. Так. Ну это для тех, кто домыслит, что я сказал. Кстати, вот уже получше музыка играет. Оп. Серьезно? Я же нормально прыгнул. Слушай, черный, у нас с тобой, походу, как-то не так идет все. Ты какой-то это, неправильный. Ты как дерзкий, резкий и так далее, но как-то ты дерзкий не в ту сторону и резкий тоже. Вот с сереньким у нас не было таких проблем. О, наконец-то этот бонус выпал. Я же думал, он никогда не выпадет. Это просто лютая штука. Правда, если сейчас закончится не вовремя, будет печально. Ух, нормально, нормально. Так. Так, вниз. Что за экшен пошел? Ву-ву-ву. О, еще один. Да ладно. Не, а мне все пофигу. Было бы забавно, если бы я сейчас перед деревом появился так. Fuck you! А! Давай, ты можешь это сделать! Хорошо, хозяин, я это сделаю. Правда. Мне кажется, скорее всего, я уничтожу к чертям хозяина так. За такие приколы. Ну ладно, ладно. Как мы только прокачаемся, мы ему покажем, как это. В итоге будет наш хозяин там бегать, и мы будем говорить: давай, что ты такой слабенький? Давай быстрее, слишком медленно. В итоге мы ему так будем делать, он поймет, каково это. Хотя, блин. Хотя с моделькой человека я, наверное, хотел бы вот это увидеть. Вот это вот. Так. Как мне эта анимация забавляет, просто серьезно.
Оп. Я почему-то себя каким-то прямо особенным волком чувствую в этой игре, когда я так делаю. Лайк, кто тоже так в игре будет делать. Так вот. Я волк-супергерой. Оп, оп, оп! И что сейчас за... А-а-а! Мой нос! Мой грёбаный нос. Ну ладно, на этом, думаю, все. Надеюсь, вам понравилась данная игрушка. Ссылочка на нее в описании. На этом все. Всем удачи, всем пока.